Фонд «Дети Белла» полностью обеспечивает детей бабочек, от которых отказались родители. Таким детям предоставляется все необходимое, начиная от питания, заканчивая перевязочными средствами, лекарственными препаратами. Очень жаль, что мы не можем обеспечить каждого ребенка заботой и любовью матери. Но мы стараемся делать все необходимое для того, чтобы окружить наших отказанных детей заботой, теплом и надлежащим медицинским уходом. Дети с буллезным эпидермолизом особенные. Их кожа требует ежедневного, правильного, рутинного ухода, перевязок. В семье обычно эту функцию берут на себя родители. Отказному ребенку бабочке необходима нянечка. Для такой работы подбираются люди профессионально подготовленные, которые проходят специальную медицинскую стажировку и получают навыки обращения с такими детьми. Самое главное, с медицинской точки зрения, чего нам удается добиться, это то, что мы защищаем кожу наших бабочек от травматизации и сохраняем ее.